Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Доброе солнечное калифорнийское утро! И речь у нас, как ни странно, или, может быть, как ни закономерно, пойдет снова агрегат лотереи, и не лотереи как таковой, но вот об этом жупеле. Знаете, у нас теперь жупел. Быстро смотрим в словаре, кто не знает. В общем, опять грин-карт лотерея прославилась как источник терроризма в Соединенных Штатах. Вот, оказывается, откуда у нас весь терроризм. Белый дом, видимо, по запросу, я не знаю, чего они вдруг там, эта администрация вообще к этой теме обратилась, но Белый дом опубликовал данные по количеству людей, привезенных из так называемых стран государственного терроризма. Оказалось, что привезли 30 тысяч человек за последние 10 лет по лотерее Green Card. Вы можете подумать, что страны государственного терроризма, официально как бы утвержденные, там есть список, там всего 3 страны, кстати. Вот есть список официально утвержденных стран, являющихся спонсорами терроризма. И вот эти вот, значит, спонсоры терроризма — это Иран, это Судан и Сирия. Они этот статус свой подхватили где-то в конце там 70-х за то, что способствовали террористам на Ближнем Востоке. То есть мы знаем, что Иран этим давно занимался, и, собственно, и Сирия тоже. Вот. То есть как бы это не тот терроризм, о котором мы вот говорим там, вот что, ну, последние годы, вот, скажем так, начиная там, может быть, с 11 сентября 2001 года и дальше. Это совсем не те террористы. Это вот некие страны, которые поддерживают там террористические группы в других странах, спонсируют. Иран, Судан и Сирия. Из Ирана привезли за эти 10 лет 20 тысяч человек по лотерее. Ну, там, типа, пару тысяч в год. Ну, чуть больше. Из Судана, там, тысяч... что-нибудь 8. И из Сирии, ну, что-то 800, там, вот такого плана. В общем, все вместе примерно к 300. Значит, я хочу сказать, что у нас вообще-то, кроме лотереи, у нас есть еще много других программ. Например, вот хотелось бы знать, сколько народу приехало из Сирии за последние 10 лет, и из того же Ирана тоже, например, просто замуж, или там, да, вот просто по браку, или по воссоединению родственников. В Америке много иранцев, кстати, и они как бы вполне такие американские, очень патриотичные люди и так далее. Я сколько иранцев знаю, все абсолютно безупречны в этом смысле. И вот такое ощущение, что вот если бы не грин-карт лотерея, то из этих трех стран люди бы к нам никогда вообще бы не попали. А тут 20 тысяч иранцев. Мама родная, да у нас тут иранцев сколько хочешь. Проблема-то. Значит, ну хорошо. Из той же Сирии, да, это мы говорим про воссоединение родственников, да, или там семейная эмиграция. Но у нас есть еще, например, беженская программа. Сколько беженцев мы приняли? Я даже не говорю за 10 лет. Вот с того момента, как у нас заступил на должность наш президент нынешний, да, вот с 22-23, там, когда там был, 21-22 января 2017 года, вот прошло 10 месяцев с лишним, 10 с половиной. Вопрос, сколько беженцев мы уже приняли из Сирии, из Ирана, я не знаю, там, Афганистана. Нет, нет, а, конечно, Афганистан не является спонсором терроризма. Таки, да, совершенно безобидная такая вроде страна. Нормально все. Вот. И Узбекистан там тоже нет, хотя, собственно, как бы началась вся эта буча из-за человека из Узбекистана, который там теракт устроил. Ну, так вот, к чему я рассказываю. Новость эта, ну, не то, что она новость, но вот статистика вот эта, данные, были подхвачены Fox News. Я бы никогда и не узнал о том, что кто-то там где-то чего-то опубликовал, если бы Fox News это дело не подхватило. Больше я, ну, во всяком случае, в таких
в более либеральных изданиях я не встречал. Вот CNN об этом не пишет, там Bloomberg не пишет. Там, ну вот эти подхватили. А это уже все-таки национального уровня, это запаляет консервативную часть, так сказать, нашего населения. Вот, оказывается, там, значит, вы бы комментарии почитали на Фоксе, значит, что там люди пишут. И это как бы вот то самое, ради чего все делается. Значит, что вот демократы там, значит, сколько жизней на совести Чака Шумера, который нынешний представитель демократического большинства в Сенате, а он был одним из спонсоров этого законопроекта о грин-карт лотереи, который был подписан и введен в действие президентом Бушем первым, и который имел поддержку и слева, и справа очень-очень такую всестороннюю. Я, по-моему, вам рассказывал, что 89 человек в Сенате голосовали за, и только 8 против. То есть все были за вот эту вот лотерею. Вдруг выясняется, значит, вопрос стоит, сколько жизней потерянных на совести, значит, вот этого Чака Шумера несчастного, который, значит, вот там толкал вот эту лотерею. Это именно то, ради чего все это и делается. То есть сначала была откровенная ложь и фальсификация по поводу того, что там террорист узбекский привез 23 родственника. Они, кстати, больше этого не повторяют. Может быть, там их поправили, и вот они как-то уже заткнулись и молчат. Но это же в течение целого дня вся страна, значит, ужасалась от того, что он привез 23 родственника. Ай, какая плохая лотерея. А давайте я на себя поверну, раз мы тут в тенечке оказались. Да, вот так вот мы с вами будем смотреть друг на друга. Ай, какая плохая лотерея. Столько родственников люди везут. Оказалась ложь полная. То есть сразу было ясно, что бред. Но этим бредом почуют и заводят, и индоктринируют вот какую-то часть населения. Дальше возникает новая новость. Страны, спонсоры терроризма, значит, 30 тысяч человек там, да. И дальше многие же не прочтут даже содержание. Многие даже не поймут, что речь идет об Иране, или там Судане, или там Сирии и так далее. Это еще дочитать надо. Но вот 30 тысяч из стран-спонсоров терроризма привезли по лотерее за 10 лет. А сколько же мы привезли из Саудовской Аравии, которая не является спонсором терроризма, но из которой были, ну если не все, то почти все, там из 20 с лишним человек, участвовавших в теракте 11 сентября. Сколько мы оттуда взяли народу? Тоже брак, туризм. А те же по турвизе были, по студенческой. Они были по студенческой. Сколько мы их еще привезли? И как сказать, подлинненькая какая-то картинка такая возникает. То есть ложью, фальсификациями создается искаженная картина мира. И дальше на основании этой искаженной картины мира, значит, начнут кричать, что победили терроризм, или, во всяком случае, сделали существенный вклад в победу над терроризмом, не делая ничего. Из того, что, казалось бы, они кричат там и запретить тут, и перекрыть там, и там еще чего-то, и так далее. Вот оказывается где. Так что, да, не симпатично. Ну, просто я вас как бы ставлю в известность о том, что происходит. А вы уже там сами дальше смотрите. Но просто такая, как бы, из новостей, так назовем. Все, ребят, счастливо. С этой новостью мы уже завершили наш разговор. Счастливо.